Посмотри, пожалуйста, книгу расходов. Я много раз тебя просила, тетя. Занимайся сама всеми денежными делами. Ты опытнее меня, старше. Но я всего лишь простая служанка. Неправда. Для меня ты очень близкий человек. После смерти мамы ты заменила ее. Не называй себя служанкой. Не огорчай меня, тетя. Я правда, я посчитал. Спорим? Бобби, не спорь, проиграешь. 6 дней осталось. А давай лучше у мамы узнаем. Мама! Мама, мамочка! Он говорит, 10 дней осталось. Эй, дай мне сказать. Я скажу. Я спрошу. Я спрошу. Я только спрошу. Тихо. Вы так шумите, что ничего нельзя понять. Ну, что случилось? Мама, ведь правда, что до конца школьных каникул осталось всего 6 дней? Нет, нет, мамочка, 10. Успокойтесь. 6 дней осталось. Ага, это я правильно сосчитала. Не спорь со старшими. Бобби, Квита. Неужели брат и сестра должны все время ссориться? Ну, как вам не стыдно? Радж, 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 Радж! Можно я на нем прокачусь? Я хорошо сижу в седле. Я тоже хочу. Ладно, ладно, прокатитесь оба. Бали, как его нога? Ветеринар приходил? Радж не хромает? А можно на нем ездить? Стой, Радж. Видишь, я с Балей разговариваю. Знаю, чего ты хочешь. Ах, ты хитрец. На, бери свой сахар. Мама, дай я покормлю Раджа. Покорми. А я? Hasti hasti, chai rasti, zindagi.
что ли? Случилось что-нибудь? Что там написано? Дедушка просит ему позвонить. Он плохо себя чувствует. Возвращайтесь домой, Баля вас отвезет. Все, мое терпение лопнуло. Я устал от твоего вранья. Совсем стыд потерял. Кто помог тебе? Кто вытащил тебя из нищеты? И чем ты отплатил мне, негодяй? Ты, пользуясь репутацией фирмы, вымогал взятки с наших клиентов. За моей спиной совершал противозаконные сделки. Правда, я обманывал иногда, но совсем немного. Поверьте, господин, вы нигде не найдете управляющего преданнее старого Хералала. Простите меня, у меня было столько долгов. Долгов? Неизвестно, почему ты всегда по уши в долгах. Ты давно проиграл в карты не только чужие деньги, но даже собственную совесть. Сотни тысяч ты спустил, не заработав и рупии. Ты как змея притаился рядышком и при каждом удобном случае жалил меня. Но теперь я положу этому конец. Тут написано о всех твоих махинациях, о твоих подвигах. Сегодня же мой адвокат передаст это в суд. И пусть суд решит, что с тобой делать, а я умываю руки, с меня довольно. Я прошу, умоляю, пожалейте меня, не губите, клянусь, я искуплю свои грехи, клянусь своей жизнью, честью, всем, что я имею. Ты же знаешь, у меня больное сердце. Я рассчитывал на тебя, надеялся на твою помощь. Собирался назначить тебя опекуном моей дочери, моих маленьких внуков, а ты... Ты взял и предал меня. Мы с Арти относились к тебе как к члену нашей семьи, но ты не способен оценить этого. Я обязательно расскажу Арти о твоей подлости. Ты больше не управляющий. Я увольняю тебя. Не хочу тебя видеть. Алло. Отец? Доченька, это ты. Как вы себя чувствуете? Не волнуйся. Вчера мне слегка не здоровилось. И я подумал, хорошо бы услышать твой голос. Я рада, что вам лучше. Но все-таки берегите себя. А теперь, Арти, слушай меня внимательно. Да-да. У нас в доме Слушаю. Алло. Алло, папа. Алло, не слышно. Алло. Алло. Алло, папа. Не слышно. Алло. Алло. Сказал. Почему ты молчишь? Дети, нам срочно надо ехать домой. Я боюсь, что случилось несчастье. Некому нас утешить. Папа ушел от нас навсегда. Мы теперь так одиноки. Ну почему мне выпало в жизни столько горя? Ни мужа, ни отца, никакой опоры. Как я справлюсь одна? Ты забыла обо мне. Я никогда не оставлю тебя в беде, Арт. Не отчаивайся, что поделать? Это судьба. Перед судьбой мы бессильны. Вот, Арти, выпей кофе, пожалуйста. Это подкрепит тебя. Нандини, спасибо тебе за твою заботу. Что бы я сейчас без тебя делала? Можно я стану твоей сестрой? И ты позволишь, да? Я буду всегда рядом с тобой. Ты веришь мне? Крепись, Арти. Нужно жить. У тебя дети, не забывай. Я так считаю. Нельзя целыми днями лить слезы. Ты не имеешь права быть слабым. Ты ответственна за будущее своих детей. Они еще так малы. Им, как никогда, необходима любовь и забота матери. И потом, огромные торговые обороты, партнерские связи. Все это ложится на одну тебя. А если сидеть дома и предаваться только молитвам, то ваша компания неминуемо окажется под угрозой разорения.
после смерти Викрама я почувствовала такое нестерпимое одиночество. Пустота поселилась в моем сердце. Но отец, это он вселил в меня веру в жизнь. Поддержал меня. Утешил. С ним я смогла пережить это страшное несчастье. А сам... сам ушел. Оставил меня так неожиданно. Я даже не смогла поговорить с ним. Что-то он мне хотел сказать тогда. Что-то важное и не успел. Ах, доченька, мне довелось быть рядом с ним в тот печальный день. И он мне сказал: я умираю, брат, и поручаю тебе заботу о моей дочери. Она еще молода, разве ей можно оставаться одной? Мой дорогой Хиролав, постарайся, умоляю, найди ей достойного человека в мужья. Верно. После этого ему стало так плохо, что он уже ничего не сказал. А я стоял и не мог поверить, что это конец. Не надо, дядя. Не говорите об этом. Девочка моя, я понимаю, что творится сейчас в твоем сердце, что сейчас не время. Но я говорю тебе, что ты должна пройти вокруг свадебного огня. Это его последняя воля. Мальчур, я не пытаюсь идти, я не могу. 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 Я не О, Санджей! Санджей! Ты меня еще не забыл. Можно ли забыть тебя? Любовь моя. Что ты решила? Если мой замысел осуществится, тогда миллионное состояние Арти в моем кармане. Познакомит меня с Арти дядя, а потом ты поможешь мне сблизиться с ней. Что ты молчишь? Разве ты больше не любишь меня? Завтра наш клуб отмечает юбилей. Мы с Арти придем туда. О! Добро пожаловать, Арти. Очень рад, что вы нарушили свое уединение. Вы прекрасно выглядите. О, красавица моя доченька. Наконец-то мы... Добрый вечер, дядя. Видали? Привет, мне... О, Нандини. Мне... Санди. Привет. Можно сказать? Угу. Шикар. Что я хотел? Ах, да, мне от имени клуба поручено приветствовать тебя и пожелать всего наилучшего. Это прекрасное здание заложено руками твоего знаменитого отца. Какое счастье для всех видеть его дочь среди нас. Здравствуйте. Нет, господа. Нет, потом. Дайте бедняжке немного осмотреться. Проходи, доченька. Господин Хиролав. А? Госпожа Арти. Счастлив видеть вас. Простите меня, пожалуйста, но мне кажется, мы не знакомы. Я вас познакомлю. Это мой племянник, сын моей покойной сестры, Санджей. Он из Дели. Я очень хорошо знал вашего отца. Прекрасный был человек. Он мне очень помог в начале моей карьеры. Почему в начале? Год назад он хотел поручить ему все свои торговые операции, но упрямец отказался. Его собственная фирма процветает, где ему взять время? Удивительно, как мне удалось уговорить его оторваться от своих дел. Знаешь что, Арти, я не могу больше ждать. Скоро представление. Я хочу, чтобы ты посмотрела. Идем, идем. Извините, пожалуйста. Угу. А мне можно к вам присоединиться? Конечно. Мы с Арти не возражаем. Очень вам благодарен. Да, что пожалуйста. Это ты опять затеваешь, а? Прелестная Нандини. Минутку. Вы еще плохо знаете Нандини. Это я сделаю так, что сегодняшний вечер останется...
сердце каждого. Хорошо так громко кричать. А я и не кричал. Вот видишь, влетела. Замолчи. Арчи, смотри, Санджей. Санджей! Эй! Здорово! Тише, Боби, тише. Видно, это судьба. Мы снова встретились. Добрый день. Здравствуйте. Будущие чемпионы? И как же зовут спортсменов? Меня Кавита, его Боби. Не лезь, я сам могу сказать. Ну, разумеется, я не сомневаюсь. А тебя, дядя, как зовут? А меня Санджей. Пока,
Санджей. Бобби, это невежливо. Надо говорить дядя Санджей. Прости, мама. Вы хорошо играете в теннис? Да, ты? А тетя Нандини лучше вас играет? Ну, это выяснится после игры. А что, Нандини, сыграем? Охотно, но будьте внимательны. Как бы опять удар по голове не получить. О, в игре важен результат. Начнем? Я знаю, выиграет тетя. Нет, выиграет дядя. Дядя здорово отбивает. Да, подумаешь, папа все равно в 100 раз лучше играл. Ага. Бобби, мы забыли спросить у мамы разрешения. Ну вот еще. Вита, Бобби, нам надо идти. Нет, ребятки, плавать я не умею. Зато я умею вылавливать из воды красивых рыб. А зачем же тогда бассейн? Мама тоже не умеет плавать. Кто же нас научит? Ну это не беда, дети. Вас научит дядя Санджей. Что я тебе сделал? Отстань! Отстань от меня! Пошел вон, ну! А вы правда умеете плавать? А, ну, конечно. Вы настоящий спортсмен. Вы так здорово играете в теннис, едете верхом, а покажете, как вы плаваете? С удовольствием. Идем. Отстань от меня! Отстань от меня! Кому говорю? Мамочка, мы плаваем с дядей Санджеем! Ну-ка, выходите из воды. Еще немножко! Простите, Артур. Я без вашего ведома позволил детям порезвиться в воде, поплавать. Вы не в обиде, надеюсь? Нет, но... Не беспокойтесь, я не спускаю с них глаз. Знаете, умение держаться на воде пригодится. Она сожрет меня. Арти, прошу тебя, сделай что-нибудь. Нельзя. Гамбо, фу. Замолчи. Собачка хорошая. Что-то я не припомню, когда твои дети так весело играли. Сколько радости. Кажется, они не смеялись так несколько лет. Дядя, прошу. Добрый день, госпожа. Добрый день. Извините, что беспокою вас. Но обстоятельства таковы, что необходимо ваше решение. Что такое? Рабочие фабрики забастовали. Их требования нереальны. Не лучше ли временно закрыть фабрику? А чего они просят? Они требуют повысить зарплату на 20%. Я думаю, они хотят воспользоваться вашей неопытностью. Позволь мне сказать. Тут не может быть сомнений. Выход только один. Послушай меня, фабрику завтра же закрой, а ключи подальше забрось и забудь. Простите, что перебил. Но ваш совет кажется мне по меньшей мере нелепым. Госпожа Арти, нет нужды закрывать фабрику. По-моему, требования рабочих следует удовлетворить. А? Что поделаешь, с рабочим движением надо считаться. Господин управляющий, а если так поступить, заработную плату повысить и одновременно увеличить рабочий день всего на 30 минут? Как по-вашему? Это реально? Отличная мысль. Думаю, они согласятся. Еще бы им не согласиться. Такая идея. Я бы никогда не догадался увеличить рабочий день и уменьшить... Нет, запутался. Уменьшить? Увеличить? Эх ты, голова! Она с урока отпустили! Бобби, прекрасно. Мама, а где дядя Санджей? Ну, снова дядя Санджей. Не можете без него прожить и дни. Мама, а знаешь, как с ним весело? Он с нами всегда играет. А разве ты не помнишь, что у нас сегодня на пикник обещал взять? Я сама повезу вас на пикник. Нет, лучше пусть дядя Санджей. Ты нам никогда ничего не разрешаешь. Даже на шаг боишься отпустить. Вот, Ракешу, как хорошо. Ему папа все разрешает. Хочешь, иди купайся. Хочешь, мороженое ешь. Хоть целую гору. Ну что с вами сегодня? Вы ведь не хотите огорчить меня, Ну, пожалуйста, отпусти нас с дядей. Я вам сказала нет. Добрый день, госпожа Арти. Ура, дядя Санджей! Мои дорогие,
А ведь вы опоздали, дядя Санджей. Верно, извините меня. А как наш пикник, вы не забыли о нем? Нет, но нам мама не разрешает. Неужели? Вы не разрешите нам? От них столько беспокойства. Мне очень неловко. Но мне с ними интересно. А вам со мной интересно? Да. Дружно попросим у мамы разрешения. Мам, отпусти. Можно, мам. Хорошо. Не забудьте переодеться. Раму что делать? Почему их так долго нет? Не беспокойтесь, они скоро вернутся. Уже поздно. Почему вы так задержались? Поздно уже. Я не знала, что и думать. Я прошу меня простить, госпожа Арти. Но чем я мог заслужить ваше недоверие? Нет, нет. Вы меня не поняли. Я вам так благодарна. Мама, мама, дядя нас на пони катал. Да? Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Мама, мама, а верблюд знаешь, как ходит? Раз, два, раз. Все, все, два. А теперь быстро поднимайтесь к себе, выпейте молоко, умойтесь и в постель. И поблагодарите дядю. Да, мама. Спасибо, дядя. Спокойной ночи, дети. Стол накрыт, пожалуйста. Мне пора, госпожа Арти. А вы не поужинаете со мной? Да нет, в другой раз. Сегодня вы нас просили пообедать, мы пообедали. А мы вас теперь просим поужинать у нас. Пожалуйста. Ох, хитрюги. Частью там логонки морзы. Браслет удивительно красив. Прямо королевское украшение. Да. Его носила еще моя бабушка. Работа старых индийских мастеров. Спокойной ночи! Спокойной ночи! О, спокойной ночи! Какие милые дети. А вы будете? Да. Наверное, вы детей очень любите. Очень. Вы верно заметили. Викрам просто обожал своих детей. Почти каждый день привозил игрушки. Да, наш дом был полон счастья. И нам казалось, что так будет всегда. Как-то мы поехали на ферму отдыхать. Кавита только училась ходить. И однажды я сказала, ты собираешься в город, Кавите скоро год, надо подарить ей лошадь. Знаете, что он сделал? Арти! Эй, Арти! Викрам, что произошло? Почему ты кричишь? Иди сюда. Зачем? А ну-ка, смотри, кого я привел. О, что это? Как что, конь? Я вижу, что конь. Но для кого он? А разве не ты говорила мне, что Кавите нужна лошадь? Ах, да. Но я просила купить ей маленькую игрушечную лошадку. А ты привел настоящую живую лошадь. Это конь, зовут его Радж. Икрам, это смешно. Кавита не оценит подарок. Ты совершенно права. Она будет ездить верхом, когда подрастет. А пока на нем будешь ездить ты. Я? Да. Сяду на коня? Да. Ни за что. Я очень боюсь его. А ну, не бойся, подойди к нему ближе. Что ты? Нет, я не могу. Я его боюсь. Эй, ну-ка перестань. Иди сюда. Иди. Держи. Дай ему. А, сахар. Сладкое все любят. Это тебе поможет подружиться с ним. Да? На, покорми. А если он меня укусит? Тогда я его сам укушу. Смелее, смелее. हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी यूं ही
से बिजली चमके जब जब तुमसे आती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। मुझे बनाया हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। Ковите было 3 года, а Бобби только 6 месяцев. Мы были так счастливы все вчетвером. Жизнь казалась чудесной сказкой, но неожиданно всему пришел конец. Был обычный летний день. Викрам уехал в город, а мы его ждали на следующий вечер. Но он больше не вернулся к нам. А что произошло? Он очень спешил. Машина потеряла управление. Он умер на месте, не приходя в сознание. И с тех самых пор жизнь утратила для меня все свои краски. А в глазах детей я больше не видела прежней радости. Мне так не хватало отца. Мне казалось, что улыбка навсегда исчезла с их губ. Но сегодня, как же я обрадовалась, когда увидела их такими веселыми. Они могут быть такими не только сегодня. Я понимаю, Арти, не мне принадлежит ваше сердце. Но если бы моя преданность нашла в нем хоть маленькое местечко, не было бы на свете человека счастливее меня. Викрама я вам не заменю, конечно. Но поверьте, Арти, я готов окружить вас нежной заботой. Простите мне мои слова, бестактные, возможно, сейчас. Но я больше не в силах скрывать свои чувства. Сам не представляю, как я решился все это высказать. Но поверьте, Арти, то, что я говорю вам, идет от сердца. Браво, мой мальчик! Все идет как надо.
Арти глупа, ей в голову не придет, что ты хочешь наложить лапу на ее миллионы. Пусть себе верит, что ты пылкий влюбленный, лишь бы до денжонок добраться. Еще немного терпения. Цель близка, и очень скоро вы убедитесь в этом. Я просто удивляюсь, как тебе удаются все эти штучки с женщинами, а? Ну, это легко. Женщина всегда так верит красивым словам. Из Баркиона Груси? А ведь то кя коруна, яр? Это кутте лобле бхонг-бхонг ке, дага-дага ке, бхеже ке бартан ме димаг ко лакде ка ладду бана дия. Сочте самай акал ке дант тут жатте, магар бат самаж ме не аати. Эк то сала е бхеже ада наак ме се бхар никал гея. Аре бас кар ле, яр! Аре ту бата ла, яр, ту манзил так кейсе пхонч гея? Усе пура вишвас хо гея хе, ке ме ек бхот шариф ор имандар инсан ху. Яхан так ке ме уске ghar кабхи бхи киси вакт бе дхадак а жа сакта ху. और इतना ही नहीं मामा, मैंने उसे खुले लफ्जों में तो नहीं, दबे लफ्जों में. Я сделал ей предложение. Ты сделал ей предложение? И она тебя не прогнала? Я еще не человек, который была бы способна передо мной стоять. Стоит мне только захотеть, и к любой из них можно подобрать ключ. Не понимаю, как ты смог так быстро войти к ней в доверие? Ведь Арти необыкновенная женщина. Знаете, если хочешь подоить корову, надо сперва подружиться с ее теленком. Я последовал этой пословице и занялся сперва детьми. Они меня обожают. Так что пусть детишки любят меня, а их мать никуда не денется. Браво, Санджай, отлично! Если удастся провернуть это дело, мы наконец разбогатеем. Кто я сейчас? Жалкий, зависимый человек, которому вечно нужны деньги. И когда однажды вам фортуна преподносит такой подарок, как же нам с тобой не прибрать его к рукам? Мой мальчик, не упусти свой шанс. Не нужен мне никто на деньги. Может быть, тебе никто и не нужен. Но почему ты думаешь только о себе? Не будь такой эгоисткой, Арти. Надо подумать о тех, кто живет рядом с тобой. Разве ты одна на свете? А кроме того, заботы о доме, о ферме. Так что будет лучше, если ты выйдешь замуж. Ты ничего не теряешь. Наоборот. Впрочем, это твое дело. Госпожа. Чего тебе, Раму? Не знаю, как сказать. Я маленький человек, но сердце у меня есть. Может быть, мне не надо этого говорить, но я в вашем доме столько лет. Пожалуйста, не стесняйся. Доченька, госпожа Нанди неверно сказала. Я много людей повидал за свою жизнь и научился понимать, кто чего стоит. Сердце мне подсказывает, что господин Санджай хороший человек. Он может стать вам другом, опорой в жизни. Не обижайтесь, но я бы посоветовал, выходите замуж за него. Бобби и Кавита хотят этого. Счастья вам, поздравляю. Эй, парень, сколько раз тебе говорил, будешь проходить мимо меня, подноси мне полный стакан. А, но у вас есть стакан, и он полный. Говоришь, полный? Да. А теперь? Ага. Лей.
Еще? Не желаете содовой со льдом? Содовой? Что за чушь? Виски разбавляют водой только полные идиоты. Виски разбавляются только виски. Иди и принеси еще. Что, прямо сейчас? Давай неси скорее, не вздумай задерживаться. Я очень рад. Большое спасибо. Санзей, это меня ты должен благодарить. Будь любезен вести себя со мной повежливее, с уважением. Я как-никак женил нищего на миллионерше. Не забудь, только твой дядя мог такое придумать. Что бы ты собой представлял, если бы у тебя не было такого дяди? Тише, тише, сейчас не время. А ты, по-моему, зазнался. Не рано, да? Хорошо, потом поговорим. О, кого я вижу! Гамба! И тебя тоже все забыли, да? Ну ничего, раз мы с тобой никому не нужны стали, давай-ка вместе выпьем. Эсо-косо. Ее инъекшен ка асар куч ульта огэ. Лагта мери атма никал гэ, андор кутте ке атма агэ. Я хабам. Пожелать счастья. Спасибо. Я вам того же желаю. Ябата. Мари хрущен си абхушный? Не-не, эйси бат не хэ. Ап лог ази ханимун ке ле жа рэхэ, на? Мы уезжаем на ферму. Я приглашаю вас. Нет. Я буду лишней. А, вы здесь? Что вы тут обсуждаете без меня? Да вот приглашаю госпожу Нандини составить нам с вами компанию, а она не соглашается. Ее надо знать. У нее такой характер. Упрямая немного. Что, разве не так? Арти. Даже не хочу слушать. Ты что же думаешь, что мне не будет грустно без тебя? Как тебе не стыдно? Поедешь с нами? Ну, пожалуйста. А? Хорошо. М? Дорогие мои! Здравствуйте! Здравствуйте! Приездом. Добрый день! Это Лила, познакомьтесь. Добрый день! Добрый день! Заботы о ферме лежат целиком на ней. Лила содержит здесь все в идеальном порядке. Еще, еще! Здоровья, Лила! Не мучайте Балию! Дети его очень любят. Он не мой. Здравствуй, Балия. Хотите, мы вам покажем нашего Раджа? Идем. И вы, тетя. Иду, иду сейчас. Мы вас ждем возле конюшни. Ты погляди. Ну, разве животное обманешь? Оно всегда чувствует добрых людей. Подумай только, он почуял, что ты где-то рядом, и ржанием приветствует тебя. Арти. Арти, что с тобой? Так, ничего. Только у меня что-то неспокойно на душе. Я знаю. Тебе все здесь напоминает о прошлом счастье, будущее тревожит тебя. Жизнью своей клянусь, что моя любовь сможет облегчить твое горе. Я сделаю все для тебя и детей. Идем. Ну, идем же. Ну, наверное, Бобби и Кавита еще не спят. Потому что мы привыкли всегда ложиться вместе. Хорошо. Укладывай их. Я хочу остаться с ними. Я все понимаю, Арти. Ведь эта ночь не последняя. Нас ждет так много счастья. Целая жизнь впереди. И проведи ночь с детьми. Санджей, ты здесь? Так поздно. Я с тобой. Где же Арти? Она сейчас исполняет свой материнский долг. Спит, наверное, в обнимку с детьми. Спит? А ваша брачная ночь? А наша брачная ночь будет. Но без этой уродины Арти мне нужна только Нандини. О, Санджей! Мне без тебя не жить, мой милый Санджей. У меня нет сил.
представить тебя в объятиях другой женщины. Нет, ты только подумай, какое крупное дело нам с тобой удалось провернуть, Нандини. Правда, мне пришлось долго изображать этакого благородного идиота. Сумма, которая исчисляется ее состояние, придавала мне сил. Но без тебя я бы ничего не достиг. Это благодаря твоей тонкой игре с Арти я смог подписать брачный контракт. Отныне мы вступаем в новую жизнь. Счастливую и богатую. Я всегда буду любить тебя. Доброе утро, Нандини. Здравствуй, Арти. Ты прекрасно выглядишь. Ах, Нандини, мне так хорошо. Ах, еще вчера я думала, что совершила ошибку. А сейчас знаю, я поступила совершенно правильно. Да и как мне не быть счастливой? Ведь у меня есть ты. Арти, Нандини. Что? Да? Пора ехать на охоту. Уже все готово. Пошли. Дядя Санджин! Дядя Санджин! А мы разве не поедем? Нет, вы еще слишком малые. Вот когда вырастете, тогда посмотрим. Бобби, Кавита. Мама! Нет, не капризничать. Детям нельзя на охоту. Побудете дома с тетей Лилой. А мы скоро вернемся. Ну, целуйте. Вы ведь послушные, да? Бобби, Кавита! Мама, до свидания! Найди меня, пусти одинаково замешаны в этом деле. Поэтому о наших показаниях полиции мы должны договориться. Ты скажешь им, что Арти фотографировала. Низко перегнулась через борт лодки. Лодку качнула, она внезапно оказалась в реке. В ту же секунду появился крокодил, страшный крик, и она исчезает под водой. Ты поняла? Да.
Все произошло так быстро, что мы не успели помочь. Не учти, Нандини, забудешь что-нибудь или перепутаешь, нам обоим болтаться на виселице. Ну все, инспектор идет. Инспектор! Господин инспектор, ну что вы так долго возитесь? Уже скоро вечер, а вы все еще не можете найти мою жену. Вы что, не понимаете, в каком я состоянии? Почему нашей мамы так долго нет? Она обещала, что скоро вернется. Может, наша мама все-таки найдет. Моя маленькая. Обязательно найдется. Бог не такой жестокий, чтобы отнять мать у ее любимых деток. Она не могла умереть, я знаю. Она обязательно вернется. Верьте, мы еще будем все вместе. Не нужно так отчаиваться. Не плачь, Баля. Тетя сказала, что мама обязательно к нам вернется. Все готово. Идите обедать. Не пойдем. Мы не хотим есть. Не хотим, не хотим. А ведь надо кушать. Когда же вы, наконец, захотите? Когда мамочка придет. Смотрите-ка, Гамба тоже вас просит поесть. Она не нашлась. Где мама? Дядя, найдите маму! С тех пор, как Арти исчезла, я только и слышу от них. Где мама? Где мама? Каждому звуку прислушиваются, думают, она идет. Я не могу спокойно смотреть на них. Сердце разрывается. Они ничего не едят, совсем не спят, в школу не ходят. Я вас очень прошу, господин адвокат, может быть, вам удастся успокоить несчастных детей. А ну-ка, успокойтесь и скажите мне, вы свою маму очень сильно любите? Да, очень. Если в школу не ходить, ничего не есть, то мама рассердится и уже никогда не придет. А если мы станем есть, в школу ходить, то мамочка обязательно вернется. Ну, конечно. Не надо лгать детям. Я считаю, им необходимо знать правду. К чему эти лживые утешения? Я же говорил, вам ваша мать умерла и больше никогда не вернется. Разве не ясно? Идите в свою комнату. Марш наверх, быстро! Ну? Мистер Санджай, आपको बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए. Им сейчас ласка нужна. Мне лучше знать, что им необходимо. Эти дети мои, а не ваши. Прошу запомнить. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. У него с головой не ладно, от горя, наверное. Он так переживает смерть Арти. Страдает, бедняга. Ah!
Доченька, не надо, успокойся. Он толкнул меня. Меня хотели убить. Я на помощь звала. Мне было так больно и так страшно. Они стояли и спокойно смотрели, как я погибаю у них на глазах. Перестань, моя милая. Раз уж ты заговорила, то объясни, что с тобой произошло. Я ведь ничего о тебе не знаю. Ну, довольно. Успокойся. А, мистер Санджей, я ждал вас. Вы чем-то обеспокоены? Разумеется, обеспокоен. Я здесь для того, чтобы спросить вас, до каких пор будет продолжаться эта игра? Хорошо. Тут нет никакой игры, уверяю вас. Все делается правильно, в соответствии с законом. А что, разве я предлагаю идти против закона? Если жена умирает, то муж становится наследником. К тому же вы забываете, что Арти оставила двоих детей. Кому же тогда заботиться об их будущем? Только мне. Такой налаженный бизнес, огромное состояние. Но не может же все это так долго оставаться без хозяина. Мне необходимо вступить в права наследования. Вы не учитываете одну маленькую деталь, а она очень важна. Так объясните. Закон гласит, что пока тело не найдено и не опознано, человек не может считаться умершим. А если тело вообще не будет найдено? Тогда нужно ждать 7 лет, согласно закону. 7 лет? Да. Лишь только через 7 лет станет возможно вступить в права наследования. А пока у вас нет другого выхода, только ждать. Это единственное решение. Как вы не понимаете, Арти умерла. Я своими собственными глазами видел крокодила. Он схватил ее, и она мгновенно исчезла под водой. Но если вы не верите мне, мисс Нандини свидетель. Я верю, конечно, и вам, и мисс Нандини, как частное лицо. Но по закону свидетельских показаний недостаточно. Но тогда кто же станет содержать бедных сирот и вести все торговые дела Арти? Суд принял соответствующее решение. Установлена временная опека. Это значит, что из ее состояния будут выделяться деньги на содержание детей. А вот вы сами о себе должны позаботиться. Да? Но это же абсурд! Мистер Санджей, так решил суд. А еще вот что, мистер Санджей. Если за это время вы вторично женитесь, то сразу лишитесь всех прав на получение наследства Арти. Что? 7 лет? А не спятил ли ты? Да это же нереально! Ты что, думаешь, что я проживу с пустым кошельком, не считая 7 лет? Все мои усилия на смарку. Я-то думал, что у тебя есть голова на плечах. Почему ты не предусмотрел все заранее? Оставь меня в покое. Как я мог предусмотреть, что им обязательно нужен будет ее труп? Уж очень ты всегда самоуверен. Ну какая нужда была бросать ее в реку? Крокодил набил себе брюхо, а я что теперь, подыхаю с голоду? Сбросил бы ее с горы, и вот она лежит, пожалуйста, возьмите. Да вы, дядя, кажется, сошли с ума. Совсем ни к чему навлекать на себя подозрения в убийстве. Я все продумал. Главное было не оставить улик. Ты убил не ее, ты всех нас прикончил. И теперь на старости лет я вынужден просить подаяние. Ах, я несчастный, пропала моя последняя надежда. Пойти работать тебе нельзя. Если муж-миллионерша будет работать, как все, прощай, репутация. Мне не пережить эту. Нет, мое бедное сердце не выдержит таких волнений. Пу! Эй, вы! Кто подсунул мне в карман эту гадость? Пу! Что за крик? Не твое дело. Не надо так волноваться. А чтоб тебе. Это вредно. Снова ты вмешиваешься? Что тебе надо? Ты опять подслушивала нас, обворожительная Нандини? О, да. Ты просто прелесть. Послушайте меня. Если Санджею работать нельзя, нужно идти работать мне. Мне-то терять нечего. Я всегда помогала ему. Он не станет отрицать этого. Проблем с деньгами не будет. Ты ангел. Я не ожидал этого. Слушай, у тебя есть какая-нибудь тетя? Что? Я бы согласился, чтобы она позаботилась обо мне и оплатила мои текущие расходы. Я сама оплачу все ваши расходы.
Что? Ты собираешься уходить? Да, мне пора. Я пробыла здесь слишком долго. Отец, спасибо вам за все. Куда же ты пойдешь? Я пойду туда, где меня не ждут. Пойду к тем, у кого не дрогнула рука, совершить чудовищное злодеяние. К этим убийцам. Теперь в моей жизни появилась цель. Отомстить. За обман. За предательство. Бог сам покарает преступников. Ведь от его кары никто не скроется. Нет, отец. Я не буду дожидаться, пока это свершится. Я покараю их сама собственными руками. Не потому, что эти люди хотели убить меня, а потому, что они убили мою душу, а с ней мою веру. Он притворился другом моих детей, был нежен. Я приняла его предложение, поверила. Но оказалось, что не я была ему нужна. Не только я сейчас страдаю от его подлости. Отец, в чем повинны двое маленьких детей, которые остались без матери? Нет, простить такое невозможно. Никогда. Принято считать, что женщина – существо слабое. Я докажу обратное. Я приняла решение. И не смогу спать спокойно до тех пор, пока не отомщу врагам за коварство. За свое изуродованное тело. За растерзанную душу. Месть моя будет страшной. Клянусь, он испытает то же, что и я. Он должен расплатиться за все мои страдания. Мою боль и отчаяние. Ах, доченька, гнев плохой советчик. Послушай старика, не бери грех на душу. Ты жива и радуйся. Но вижу, что бесполезно тебя отговаривать. Бог милостив, он подскажет, что надо делать. Погоди, в тот день, когда я нашел тебя на берегу реки, на тебе были эти серьги. Теперь ты уходишь, возьми их с собой, еще пригодятся. Итне дино так. Я полюбил тебя как родную дочь. По древнему обычаю отец, провожая свою дочь из дому, делает ей подарки. Мне же, кроме благословения, нечего тебе дать, доченька. Неправда. Не говорите так. Я буду благодарна вам всю жизнь. Подарок, который вы мне сделали, не сравнится ни с чем. Вы вновь подарили мне жизнь. Встреча с вами – это судьба. Бог вас наградит, отец. До конца дней моих я буду молиться за вас. Клянусь. Я тебе желаю счастья, доченька. Доктор, я приехала к вам издалека. Скажите, можно ли сделать пластическую операцию? Конечно. Когда будут готовы снимки, мы полностью восстановим вашу прежнюю внешность. Нет, доктор. Я не хочу иметь прежнюю внешность. Не за этим я здесь. Я хочу иметь другое лицо. И тогда никто меня не узнает.
отец. Тебе сейчас жениться нельзя. Ну, а жить нам вместе ведь никто не может запретить, а? У тебя в голове всякие пустяки. Сейчас надо быть предельно осторожным. Не то этот мерзавец-адвокат выдворит меня отсюда. Он только и ждет удобного случая. Я напоминаю человека, который сидит на берегу реки и не может утолить свою жажду. До сих пор я завишу от этой мерзкой твари. Хочешь отравить мне жизнь? Видеть тебя не могу! А почему вы разбили мамин портрет? Нет, малышка, никто его не разбивал. Просто дядя неловко повернулся и задел его. Разве он посмеет бросить мамин портрет? Это неправда! Я видел, он схватил портрет и как швырнет его на пол! Нет, нет, ты ошибаешься. Не трогай меня! Бобби, со взрослыми так нельзя разговаривать. Проси прощения. Не буду, ты мамин портрет взял и разбил. Ах ты, негодник, осел упрямый. Еще перечишь? Собирай свой портрет. Мама! Шрамы останутся. Они пройдут очень быстро. Недели через две. Благодарю вас. Такси! К центру города, пожалуйста.
О, мои дорогие, вы так близко от меня, а я не могу вас обнять. Простите меня. Простите меня. Извините, я хотела бы стать манекенщицей. Каждая, кто приходит сюда, мечтает стать манекенщицей. Но забывает посмотреться в зеркало. Ай, Нандини, Нандини, Нандини. Мне уже надоело снимать только ее. Пора уже подыскать новую модель. Я считаю, что если мы не найдем никого подходящего, мы прогорим. А что же делать? Тебе не понравилась ни одна новая девушка? Да ты посмотри на них, а? Разве это модели? Кажется, сама природа перестала создавать красивые лица. А? О! Я могу получить работу в вашем бюро? Конечно, вы пришли как раз вовремя. Это чудо, что вы явились именно ко мне. А вы знаете, что ваша красота и мое мастерство произведут сенсацию? Я совершенно убежден. Скоро во всех газетах, журналах, на телевидении появится ваше лицо. Вы станете звездой рекламы. Да? Серьезно? Как вас зовут? Джетти. Джетти? Меня Джеди. Очень приятно. И мне. Итак, за делом. Так, хорошо. Течет, как из городской канализации после сезона дождей. Ага, какая девушка. Эта красавица наверняка разбила не одно мужское сердце. Она что, какая-нибудь принцесса? И вовсе не принцесса. Это известная манекенщица. Ее портреты на обложках всех журналов. Я видел много женщин, но такой красивой никогда. Не женщина, а цветок. Не пойму только чего-то. Я и так заинтересовался. Ведь у тебя есть несравненная Нандини. Мама, लड़की का मॉडल हो या गाड़ी का, वक्त के साथ-साथ दोनों पुरानी हो जाती हैं. और मैं पुरानी चीजों का शौकीन नहीं हूं. Санджи. Благодарю. Благодарю. Разрешите выразить вам свое восхищение? Благодарю. Извините. Сердца нет. Отыщу я потерю, если только глазам не поверю. Вижу я в первый раз идеал красоты. Может быть, ты пришла из мечты. Ваш слуга Санджай Варма. Ага. Я как будто
Ваше имя где-то слышала. Я польщен, госпожа, что мое скромное имя кажется вам знакомым. Да-да. Вы тот Санджай Варма, который женился на дочери одного миллионера, вдове. Арти ее звали. Вы угадали. К великому сожалению, моя жена погибла. Она стала жертвой несчастного случая. Но не будем говорить о смерти. Поговорим лучше о любви и красоте. Ну что ж, красота и любовь – это большая редкость в жизни. В мире столько слез и страданий. А мне все же хочется надеяться на лучшее. Да, вы удивительная женщина. Вы так считаете? Я могу вас пригласить на танец? Конечно. Простите. Спасибо. У меня такое впечатление, что все заказчики рекламы просто с ума посходили. Звонят и звонят каждый день. Говорят, что умирают, что им нужна только Джанси. Ах так? Пусть умирают? Тебе, наверное, нравится убивать. Далеко не всех. Но кое-кто должен будет умереть. Ну, меня-то не понадобится убивать. Я и сам умру от любви. Долго ты будешь унижать меня? Не смотри же. Ты мне назло не спускал с нее глаз? Ты, по-моему, ревнуешь. Только что догадался? Да, я ревную тебя к ней. Послушай, Санджай, я многим пожертвовал ради того, чтобы ты всегда был рядом со мной. И клянусь, я не пощажу даже своей собственной жизни, чтобы защитить свою любовь. Ох уж эти женщины. Вы теряете остатки разума, когда даете волю чувствам. Глупости все это. Нет никаких оснований для ревности. Сама рассуди. Нам уже не расстаться. Слишком многое нас связывает. Что происходит? Почему снимают мои фотографии? Что поделать, дорогая? Меняются времена, меняются моды, меняются вкусы, меняются даже фотографы. Что уж говорить о каких-то фотографиях. Таковы законы бизнеса. Все движется. Устарела модель, прочь ее. Как же иначе? Не забывай. Ты ведь тоже пришла на смену какой-то надоевшей модели. И ты стала звездой. А теперь твой черед уступить место новой, более яркой, восходящей звезде. Так что твои фотографии сняли, ты уж прости. Нет, Джеди, я буду бороться, слышишь? Организуй конкурс и сам убедишься, кто из нас имеет больше успеха. Джоти или Нандини? Я не против. Что ж, решено. We'll be right back.
भी कुछ नहीं, दिल भी हंसी चाहिए, ओ जाने जाना, दिल भी हंसी चाहिए, ओ जाने Я могу войти, госпожа? Спрашивайте после того, как вошли. Мне бы никто не ответил, если бы я спрашивал снаружи. А чтобы тебя услышали, нужно сначала войти. Вот почему я сначала вошел, а потом спросил, можно ли к вам войти, госпожа. Господин Санджей просил вам передать. А, вы, наверное, его слуга. Слуга? Разве я похож на слугу? Что это вы? Вместо того, чтобы угостить меня чаем, перекинуться со мной парой любезных слов, обзываете меня слугой. Я не слуга. Я дядя господина Санджея. Что вы говорите? И он послал с поручением такого старого человека, как будто вы его слуга? Что вы сказали? Это я, по-вашему, старый человек? Вы унижаете меня, втаптываете в грязь. Какой же я старик? Ха, да я мужчина в расцвете сил. Думаете, Санджей намного моложе? Мне показалось, что старость и тлен уже завладели вашей душой больше, чем вы об этом подозреваете. Старость? Тлен? Кя бат карти хэн ап? Мэ хар роз апни шакал пэ джхаду мар мар ке апне ситарон ко чамкане ки кошиш карта хун, ор ап кэти ор дхул падне вали хэ. Так вы возьмете письмо? Обидели человека? Ни за что.
А по правде говоря, в жизни я вас нахожу намного красивее, чем на фотографиях. Ваше дивное тело, словно выточено из мрамора. И стройный стан, подобный пальме. Ваши чудные глаза, метающие стрелы. И губы нежнее, чем самые нежные лепестки роз. И какая кожа! Ароматнее и чище цветка лотоса. В чем дело? Что я вам плохого сказал? Манеры дурные. Убирайтесь. Ну что, она ответила? Ага, ответила. Еще как ответила. До сих пор на моей щеке следы от ее пальчиков. Такую пощечину влепила. Я не ожидал, потерял равновесие и рухнул прямо на диван. Я думаю, что это не та женщина, которая тебе нужна. Забудь ее, иначе ты когда-нибудь пожалеешь. Осторожно, дядя! Санжей, мне показалось, что земля уходит из-под моих ног. Видишь, сынок, это дурной знак. Вот так же у тебя однажды земля уйдет из-под ног. Забудь ее. Нет, ни за что. Если уж Санжей посылает цветок женщине, то будет ждать, пока этот цветок не превратится в цветник страсти. Постойте. Скажите госпоже, что Санжей Варма хочет поговорить с ней. Мадам, господин Варма хочет видеть вас. Мне надо заниматься делом, а не беседовать. У меня нет времени. Так и передам. Ценить свое время — это похвально. Но, может быть, вы сделаете исключение для человека, который поклоняется вам? Мне кажется, мы не знакомы. Вы шутите? Это добрый знак. Когда ваше колье оказалось вот здесь, я понял, что на моей шее затягивается петля. Днем, ночью, во сне и наяву я постоянно думаю о вас. Так же можно с ума сойти? Ну уж, сумасшествие вам, по-моему, не грозит. Вы мне не верите? Я говорю чистую правду. О, а вы еще и назойливы. Это жестоко. Вы без оружия убиваете меня. Если есть желание, можно убить и без оружия. Только не надо излишне церемониться со своей жертвой. А сейчас меня ждут. Извините. Еще одну минуту. Скорее. Я хочу попросить вас принять от меня небольшой подарок. Какой подарок? Не понимаю. Я получил от вас подарок, колье. А этот браслет на вашей руке будет еще красивее. Прекрасный браслет. Прямо королевское украшение. Нравится? Прекрасный браслет. Прямо королевское украшение. А что он... принадлежал кому-то раньше? Вы меня обижаете. Я сам выбирал его специально для вас. Благодарю. Входи. Входи, не стесняйся. Это и есть мой дом. Мама! Иду, иду. Дом, как видишь, маленький, зато у него большое сердце. Большое сердце? Не понимаю. Это значит, что здесь живут мой старший брат, его жена, моя милая невестка. Их маленькие дети, а еще моя мама и я. Видишь, какое большое сердце у дома. Добрый день. Мама, я тебе много рассказывала об этой девушке. Познакомься. Это Джоти, а это моя мама. Добрый день. Просто красавица. Пусть в твоей жизни будет много счастья. Нет, воскресенье! Нет, суббота! Нет, воскресенье! Нет, суббота! Нет, воскресенье! Воскресенье! Суббота! Воскресенье! Суббота! Дядя, правда, завтра воскресенье? Кажется, завтра... воскресенье.
Это Джотти. Поздоровайтесь. Добрый день, тетя. Телефон. Алло? Алло? Алло, я вас слушаю. Говорите. Почему вы молчите? Кто вам нужен? Привет. Это вы? Да, я. Проходите. Одну минуту. Предложила вам сесть. Садитесь. С ума сойти. Как тебе идет национальная одежда? Потрясающе. Только за твоей красотой какая-то тайна скрывается. Что? Ведь я фотограф, Джотти. Читать по лицам моя профессия. Ты преследуешь кого-то. Я готов тебе помочь. Как твой искренний друг. Нет. Дорогу, которую я себе выбрала, я должна одна пройти. И помочь мне не сможет никто. Даже самый искренний друг. И что тебя ждет в конце этой дороги? Джеди, лучше, если вы не будете задавать мне никаких вопросов. Хорошо. Посмотри мне в глаза и скажи, что я тебе совсем не нужен. Нет. Не нужен. Неблагодарный! Я тебя кормил, поил. Одевал, обувал, разорился из-за тебя. А ты ценные вещи тащишь из дома и даришь ей? Немедленно верни все назад. Я должен расплатиться с долгами. Ты что, не знаешь, что у меня кредиторов больше, чем звезд на небе? И они угрожают. Каждое утро они выстраиваются у моих дверей в огромную очередь. А что они сделают со мной, если я не расплачусь? Упекут меня за решетку. Твой родной дядя будет томиться в тюрьме. А тебе плевать на него. Ты сумасшедший. Тысячи выбрасывать на эту куклу. Она и 2 рупий не стоит. Замолчите. Если вы еще раз оскорбите Джоти, я из вас самого куклу сделаю. Ты мне еще угрожаешь? Мне, Хиралалу? Мне, который подобрал тебя на задворках судьбы и из такого бездельника сделал человека? А? Все это принадлежит тебе. А ты забыл, на что пошел твой дядя для того, чтобы ты стал наследником миллионного состояния? Я убрал с твоей дороги главное препятствие. Тебе оставалось сделать всего несколько шагов, чтобы просто войти в этот рай. Ты что считаешь, хозяин действительно умер от инфаркта? Ерунда! Это я помог ему. Схватил подушку и что из силы душил. Так что это моих рук дело. Кто там? Скорее, дети, ложитесь в постель. Эй, старик, ты подслушивал? Да что вы, хозяин, я... Не думай врать, не то я сверну тебе шею. Вы, конечно, разговаривали громко и кое-что доносилось до меня. Но я никогда никому не скажу ни слова, клянусь. Считайте, что я ничего не слышал. И так никогда ничего не скажешь. А,
совсем спят. Давай лучше сбросим его с лестницы. Будет похоже, что он случайно упал. Не очень страшно, Ковита. Простите, слушаю вас. Ковита в вашем классе учится? Да. Но где она? Ее что-то не видно. Вот уже 3 дня она не приходит в школу. А ее младший брат Бобби? Его тоже нет. Извините. Извините, пожалуйста. Вы, наверное, долго ждете меня. Такую обворожительную женщину я готов ждать хоть целую вечность. Ваш вчерашний телефонный звонок вселил в меня некоторую надежду. Я понял, огонь горит не только во мне. Вы правильно поняли. Но по сравнению с тем огнем, который пылает в моем сердце, ваш огонь не ярче тлеющего уголька. Есть одно средство потушить огонь. Знаете такую пословицу? Яд ядом убивают, а любовь любовью утоляют. Но торопиться не стоит. Я ведь пока ничего о вас не знаю. Кто вы? Откуда приехали? Чем занимаетесь? Где живете? Мне бы хотелось узнать о вас больше. Тогда не будем терять время. Едем ко мне. Мой дом всегда открыт для вас. Пожалуйста, окажите мне эту честь. Охотно. Вы угадали мое желание. Ведь жилище говорит многое о его хозяине. Ласковый. Удивительно. Эта собака очень злая, но, видно, и она оказалась во власти ваших чар. У животных хорошо развито чутье. Их нельзя обмануть. А я очень люблю животных, и они отвечают мне тем же. Это мои дети. Эй! А может, вы спуститесь сюда? А ну, спускайтесь. Сейчас же. Надо поздороваться с тетей. Я Бобби, а она Ковита. Очень приятно. Красивые имена. А как вы учитесь? Хорошо. Суп, пожалуйста. Слуга сделал что-то не так? Что случилось? Нет, благодарю. А в вашем доме еще кто-то есть? Больше никого, только те, кого вы видите. Вот так мы и живем. В нашей маленькой семье не хватает одного человека. Ковита, милая, суп остынет. Ты разве не слышишь, что тебе говорит тетя? Ешь быстро. Ковита, ты так суп разольешь. Ковита, вернись немедленно. Я не хочу есть. Ты что, не знаешь, как надо вести себя за столом? Тебе напомнить? Сколько раз я говорил, что вскакивать вот так из-за стола неприлично. Разве не ясно? А ты куда? Я тоже не хочу есть. Не хочешь есть? Убирайся! Убирайтесь оба! Вон отсюда!
Вот к чему приводит излишняя любовь. Они неблагодарны, избалованы. Простите. Алло. Мне известно, что у вас с Джоти свидание сегодня у тебя в доме. Но только учти одно обстоятельство, Санджей. Нашу тайну я больше хранить не собираюсь. Я решила доверить ее бумаге. Это письмо уже написано и лежит возле меня. Яд я тоже приготовила. В твоем распоряжении всего 15 минут. И если ты за это время не приедешь, клянусь, я выпью этот яд. И ты, наверное, догадываешься, Санджей, что будет потом. Пока. Джоти, я очень сожалею, но одно важное дело требует моего вмешательства. Поймите меня правильно, бизнес есть бизнес. Конечно, идите. Это ненадолго. Обещайте мне, что не уйдете. Нет. Я скоро вернусь. Гамбу. Ай, Гамбу. Ты прости, я пойду к детям. Мама, возвращайся скорее. Когда же ты придешь? Чья это фотография? Нашей мамочки. Вы маму не забываете? Нет, конечно. Почему ее так долго нет? А кто стекло разбил? Дядя, он выбросил все фотографии нашей мамы. Кавита, милая, подойди ко мне. Подойди же. Не бойся, это добрая тетя. Похожа на маму, такая же хорошая. Она не будет нас бить, правда? Что? А разве вас кто-нибудь бьет? Да, дядя бьет нас почти каждый день. С тех пор, как дядя Рамы не стало, он даже в школу нам не разрешает ходить. Дядя Рама ушел от вас? Он умер. Дядюшка Рама умер? Да. Дядя Санджи и дедушка Хирала убили его. Бобби, не надо. Не бойся, Бобби. Я ничего никому не расскажу. Говори, за что они убили дядю Раму? Потому что он услышал то, что говорил дедушка Хиралал. И что же он говорил? Что убил нашего дедушку. Как? Да, задушил его подушкой. Нам очень страшно, тетя. Теперь вам нечего бояться. С сегодняшнего дня считайте, что рядом с вами ваша мама Арти. А моих детей никто тронуть не посмеет. Клянусь всем святым на свете, я им отомщу. Они ответят за смерть невинных людей. Эй, кто там? Наверное, опять проклятые кредиторы не дадут отдохнуть человеку. Вы за долгом? Да. За вами есть долг, дядя. Дядя? Не припомню что-то никакой племянницы, которой я должен. Кто это? Подойди поближе. Здесь так темно, что я могу испугаться. У меня больное сердце. Так и умереть недолго. Нет. Это была бы слишком легкая смерть для тебя. А может, ты призрак? Сейчас проверим. Кто это? Арти! Что, не ждал меня? Нет. Но ты же умерла. Да, для всех я умерла. Но для тебя я
жива. Что это значит? Что тебе нужно от меня? Я пришла расплатиться с тобой за смерть моего отца и дядюшки Раму, безжалостно убитых тобой. Что? Этими руками был убит мой отец. Джоти говорит. А? Я слушаю. Мне надо тебе кое-что сказать. Твой поклонник Санджай Варма без ума от меня. Он выполняет все мои желания. А мне вздумалось отдохнуть на его ферме. Что? Ах, ты ничего не знаешь? Мы выезжаем через час. Если ты мне не веришь, приезжай. Увидишь своими глазами. А... Алло? Алло? Дядя, сегодня нам по математике задали такую задачу, что никак решить не могу. Поможешь? О, Бобби и Ковита, ты их тоже знаешь? Бобби и Ковита? Да, мы учимся в одной школе, а с Ковитой мы сидим за одной партой. Представляешь, дядя, их маму проглотил крокодил. Вы? Дорогу, которую я себе выбрала, я должна одна пройти. Арти. А вот и моя ферма. О, мне здесь очень нравится. А мне нравитесь вы. Вы не устали? А это тетушка Лила. В ее руках все доходы от фермы и все расходы. Она тут полная хозяйка. Познакомься, Лила. Это моя милая гостья, мисс Джоти. Здравствуйте. Прошу о ней особо позаботиться. Будь любезна, открой для нее комнату Арти. Нет, хозяин, я не буду ее открывать. Почему? С тех пор, как это случилось, туда не входил никто. Разве вы еще не забыли эту историю? Арти была мне почти как дочь. Какая же мать позабудет свое дитя? Превосходный конь. Чей он? Мой. Да? Так вы любите верхом ездить? Ну, конечно, это мое увлечение. Да?
Интересно. Эй, Баля! А ну, отойди! Санджей, не надо! Ему же больно! Упрямое животное. Я сам виноват, избаловал его. Оказывается, у вас доброе сердце. Пожалуйста, ответьте мне. У вас папа есть? У нас с сестрой папы нет. Дядя, а кто? Кто я? Преданный друг Джоти. Джоти с Санджеем уехали. Мне очень нужно знать, где они сейчас. Говорите. Не бойтесь. Жизнь Джоти в опасности. Понимаете? Вы свою маму любите? Да. Хотите, чтобы она вернулась? Да. Но Джоти есть ваша мама. А вы не обманываете нас? Это наша мама? Да, милые, ваша мама нашлась. Дядя, а мы верили, что наша мама обязательно вернется. Отвезите, пожалуйста, нас скорее к ней. Отвезите нас к ней. Куда они поехали? Они в Ситапур на ферму поехали. Радж, очень сильно тебе досталось. Прости меня, мой хороший, за все мучения. Теперь обещаю тебе, все будет по-прежнему. Гляди, что я тебе принесла. Бали, не надо, Бали, встань. Не плачь, Бали, не плачь. Все беды уже позади. Это для меня сигнал. Вернулась. Моя бедная девочка. Моя милая девочка. Моя Арти вернулась. Ты? Как видишь. Ты удивлен? Ты посмела явиться сюда? Где она? Я хочу ее видеть. Не пытайся обмануть меня, Санджей. Я знаю, что она находится здесь. Кто? О ком ты говоришь? Назови ее. Ее зовут Джоти. Ты что, вздумала за мной шпионить? Откуда ты могла узнать, что я здесь? Это твоя Джоти мне сегодня позвонила. И любезно сообщила, что ей вдруг вздумалось поехать с тобой на ферму отдыхать. Ну, а мне вздумалось сообщить ей, кто ты есть на самом деле. Нанчи, ради бога, значит... Бог вспомнил! Как может такой негодяй знать, что такое бог? Прекрати болтать, идиотка! Надоели твои истерики. Пока не поздно, ты немедленно уберешься отсюда. Мне противно смотреть на тебя. Ты что, действительно влюбился в Джоти? Да? Тебя это не касается. Но в любом случае ты мне мешаешь. Сейчас же уезжай. Тебе ясно? Да.
Мне теперь все ясно. Но сначала я расскажу Джоти всю правду. Она должна знать, что ты убийца. Что ты женился на Арте только ради денег. Несмотря на то, что любил другую. Ты решился на убийство Арти, чтобы присвоить ее состояние. Ты упустила из виду, что так же, как и я, принимала участие в убийстве Арти. И на виселицу мы пойдем с тобой вместе. Так-то, моя очаровательная сообщница. Мне уже не страшно будет умереть. Я потеряла нечто большее, чем жизнь. Я потеряла свое человеческое достоинство. Я работала день и ночь. Только на тебя. Только на твои развлечения. Я задержала тебя. Бей. Я не боюсь тебя. Я не стану молчать, даже если это будет стоить мне жизни. Я думала, ты меня любил. А ты, оказывается, не способен ни на какие искренние чувства. Я знаю, что для меня все кончено. Но я не позволю тебе загубить еще одну жизнь. Я обязана рассказать Джотти всю правду. Тебе проснулась совесть, Нандини. Запоздалое раскаяние. Я сама вам все расскажу. Я долго хранила мою тайну. Настало время открыть истину. Джоти. Джоти, нет. Я Арти. Арти. Ты жива. Да. Я выжила чудом. Но Бог пожелал сохранить мне жизнь для того, чтобы я смогла сполна отомстить тебе. Готовься к смерти. Но это невероятно. Знаю, что это кажется невероятным. Пластическая операция, и мой облик полностью изменен. Но мне залечили только внешние раны. А в сердце моем остались раны куда более страшные. Ничего не может быть страшнее этих ран. Во мне родилась жажда мести. И я дала клятву. Кровью начертана на сердце моем повесть о вашей низости. Мне ничего не стоило расправиться с вами раньше. Просто обратиться в полицию. Если бы я так сделала, вы были бы справедливо наказаны. Но рана в моем сердце осталась. А теперь? А теперь мы вместе отправимся туда, откуда началась моя вторая новая жизнь. Я своими глазами хочу увидеть, как ты будешь умирать. Бери на руки и неси. Ты и сам поползешь туда, падая и спотыкаясь. На брюхе поползешь к месту своей казни. Вот этим самым кнутом я стану стягать. Буду гнать тебя, как скотину на бойню. Мой час настал. Этот кнут оставит на твоем теле следы всех твоих злодеяний, чтобы и ты испытал хоть часть страданий, выпавших на долю моего отца, дядюшки Раму и моих бедных детей. Все эти угрозы – болтовня слабой женщины. Ах, слабой женщины? О, негодяй, ты еще не знаешь, что может настоящая женщина. Она для тебя лишь орудие достижения твоих низких целей. Ты думал, она создана только для покорности. Тебе доводилось видеть лишь одно лицо женщины. Лицо, сияющее любовью. А приходилось ли тебе видеть ее второе лицо? Лицо женщины, оскорбленной в своих самых святых чувствах. Сейчас этот случай тебе представится. Сегодня ты выпьешь до дна горькую чашу страданий, которую судьба тебе уготовила. Я поднесу ее тебе своими руками. Гляди, как это делается. О!
Ну, брось кнут. Прятаться. Хорошо. Ты выходить не желаешь? Тогда твой Радж, который тебе так дорог, погибнет сейчас от моей пули. Я буду считать до трех. Подумай, Арти. Если ты не выйдешь ко мне, я стреляю. Раз. Два. Я угадал. Ты всего лишь слабая женщина. Уверяла меня, что способна убить человека, а сама рискуешь собственной жизнью из-за какой-то твари. Наконец-то я от тебя избавлюсь. И когда ты умрешь, всем моим несчастьям придет конец. Я буду богат и свободен.
Пощади!